Приветствую вас на канале «Вкус жизни». Сегодня я продолжаю вам показывать круиз на корабле «Санта-Напа». И сегодня вы увидите мост грешников и пещеры русалок. Вот мы на нашем корабле подплываем ближе к этому мосту. Многие называют этот мост «мост влюбленных» или «мост удачи». И существует такое поверье, что если влюбленные станут на этот мост и поцелуются, то будут жить долго и счастливо. Свадебные пары любят здесь делать фотосессии. Очень красивый вид на фоне моря. Но на самом деле этот мост, натуральный мост, он разрушается. В середине находится большая трещина, и он очень опасный. Вот смотрите, какой красивый вид, конечно, со стороны суши, на фоне моря. Очень красивые, конечно, фотографии получаются. Но это опасно. И не зря же киприоты называют этот мост глупцов или мост дураков. Вот видите, загорожено вокруг, нельзя туда заходить, на этот мост. Даже стоит табличка Dangerous Bridge, что опасный этот мост. Но никого это не останавливает. Есть поверье, киприоты говорят, что этот мост рухнет, когда самый грешный человек на земле на него станет. Но туристы, конечно, местные свадебные процессы здесь не проходят, только туристы, приезжие, особенно наши русские, ну, из СНГ. Они любят здесь фотографироваться и устраивать фотосессии, хотя это очень опасно. Ну, на самом деле, у этого моста есть название Камара Тукарака, что обозначает арка ворона. Вот такой вот мост есть на Кава Грека. И мы отплыли от этого моста и только завернули за поворот, и нам показались пещеры. Эти пещеры называются пещеры русалок. Существует легенда, что здесь жили русалки, и они прекрасно пели и зачаровывали своими песнопениями проходящие корабли, моряков, и они заслушивались, и корабли разбивались об эти скалы. Вот помните древнегреческие, как Одиссей просил закрыть ему уши, чтобы не слышать песни сирен, которые пели. И там в одной из скал даже стояла какая-то иконка. Ну, очень интересное, красивое место. Вот видите, мы отплыли от моста этих грешников, моста влюбленных, и сразу другой уже кораблик подплыл, Кока-Кола, тоже привез туристов показать это красивое место. Ну, мы поплыли дальше. И вот мы увидели наверху на горе какая-то белая церковь с голубой крышей, ну очень такая красивая, завораживающая. И даже спуск идет, такие вот ступенечки, в какую-то пещеру внизу. Но об этом я расскажу вам в следующем моем видео.